Привет, ребята, с тобой Эдди, и это небольшое включение. Недавно я заметил у чувака, который выходила демо-версия Моно, вышел новый тизер. Мельком глянув, я заметил, что это новый тизер для Моно. Сейчас для Моно ищут новых людей, чтобы все-таки над ним поработать, и все-таки, я думаю, чувак, который работает над этим модом, автор, думаю, заслуживает поддержки, и я предлагаю перейти на его канал, все-таки поддержать его. А мы с тобой посмотрим тизер. Жуткие звуки. О, стоп. Извиняюсь, что останавливаю так резко, но мне стало резко интересно. Я не собираюсь сейчас смотреть целиком видео и просто смотреть его. Так. Новый Челикс. Довольно-таки жутко выглядит на самом деле, если честно. Оу. Черт, это реально крипово. Дайте мне, пожалуйста, взглянуть на это поближе. Я не хочу это... Оу, черт. Это на самом деле крипи. Да черт! Я не могу его поймать. Этот челик явно из самых криповых, что можно, наверное, увидеть в самом Моно. Оу, секунду, мне нужно это рассмотреть поближе. Так. Ох, йоу. По сравнению с демо, это, наверное, самое худшее из всех, что сейчас мы лицезреем с тобой. Окей. На самом деле это было неплохо. Тот самый чувак, который был еще в первом тизере для демо-версии, его немного подлатали и улучшили. Что мне кажется, это выглядит очень круто. И под комментами мне написали, что есть некоторые челиксы, которые не будут в игре. И мне любопытно сейчас посчитать, сколько же персов в итоге-то не будет в самой версии. Так, окей, я зашел. Вот тот самый челик, которого немножко так обновили. И на самом деле это пошло на пользу авторам. Этого явно не стоит ожидать в игре. Если мы прям даже очень сильно хотели его увидеть, то как бы фиг нам. Вот это 100% тоже не будет. Где присутствуют красные шрифты, они 100% наверное не будут в игре. С некоторыми звуками даже можно работать, в принципе, но если все же их не завезут, то в принципе, думаю, ничего страшного. И я очень хочу, чтобы вы перешли на канал автора данного мода и все-таки поддержали его, так как команда явно старается над модом, чтобы все-таки сделать из этого что-то годное. Этот ролик был создан не для того, чтобы мне что-то просто выложить, а просто мне стало интересно, и я решил все-таки рассмотреть это с тобой. Напиши, что думаешь насчет этого всего. А с тобой был Эдди. Всем пока, до скорого и удачи!